В соответствии с поручением губернатора Рязанской области должно быть произведено сокращение расходов на содержание органов власти и органов местного самоуправления. Об этом заявил Сергей Филимонов 3 марта на заседании правительства региона. Обращаясь к участникам заседания, вице-губернатор напомнил о том, что в соответствии с поручением губернатора в 2015 году должно быть произведено сокращение расходов на 5-6%. Правительством области проводится планомерная работа по оптимизации и эффективному использованию бюджетных средств, направляемых на обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, отметил Сергей Филимонов. Начиная с 2013 года, уже на стадии формирования проектов бюджетов предусматривалось сокращение расходов путем введения ограничений на служебные командировки и приобретение основных средств. В среднем они были сокращены на 7% к уровню 2012 года, а в 2014 уже на 9%. Предложения должны быть направлены до 5 марта текущего года. Кроме того, в прошлом году сократилась численность органов власти на 142 человека. В течение года необходимо продолжить работу по нормированию численности немуниципальных служащих.